Алтайский край встречает олимпийский огонь. До начала эстафеты меньше суток. Сегодня, накануне праздника, в Барнауле презентовали чашу олимпийского огня. Чаша выполнена в одном стиле с олимпийским факелом. Основные цвета – алый и серебристый. Они символизируют лед и пламя. Чашу зажгут уже завтра. Эстафета начнется утром на железнодорожном вокзале Барнаула. Затем огонь пронесут по улицам краевой столицы. Факел побывает на стадионе Алексея Смертина, Змеиногорском тракте и, конечно, в уникальном ленточном бару. Завершится эстафета на площади Сахарова. Эстафета олимпийского огня привлечет большое количество жителей Барнаула, его гостей, потому что приобщиться к этому очень символическому процессу, быть свидетелем этого, доводится в жизни далеко не каждому.